Важнейший вопрос. Может, он займет пару минут, он важнейший для всей страны. Дело в чем, если я критикую, если я говорю, что вы неправильно делаете, страна заросла мусором, дошло до социальных этих самых возмущений, почти до восстания, кому охота дышать вонью. Вот, я возвращаюсь к этой теме уже с конкретным предложением. Я как говорю, вот эта яма полтора на полтора на полтора, заполнили ее бытовым этим, машина есть, из двух квартир весь бытовой мусор до последней капли вывозится сюда. Да, мы платим, вынуждены платить в городе за этот самый, за вывоз мусора, но мы мусор, ни одна капля не попадает, раз. Здесь деревни все вынуждены платить, и здесь появились огромные машины, по моим понятиям, дурь. Сейчас поймете почему. Значит, и кто не платит, будут отключать электричество, то есть грабеж продолжается. И смотрите, для начала покажу, что такое моих 30 ям за все годы. То есть я это делаю давно, сознательно. Вот этот вот, видите, эта почва в очередной раз она была скошена. Так вот деревья. Нормально развиваются деревья. Старый снимок. Она была скошена. Так. А теперь проявление, где она растет. Просто вот она растет. Это тоже жирная трава. Вот это. Потому что у меня жирнее, чем у всех соседей. Они выкашивают для соседей, для этих, для коров. Ну, почву уничтожают буквально. Плодородие почвы. А вот этот, видите, это яркий получился прорыв. Сам говорит, господи, да как это? А, так это ж яма моя, закопанная годом раньше. Вот это вот, а и смотрите. Вот. А я вам сказал, у меня 30 ям. Впечатляет? А это? Впечатляет? Так вот, друзья мои, мое предложение заключается в следующем. Значит, может быть, допустим, Киселев очень активно помогает мне, фильмы делает. Я к нему в первую очередь обращаюсь. Вот вырезать для начала вот этот кусочек. Почему? Потому что предложение мое конкретное. Человек платит какую-то сумму. Ну, в деревне, по-моему, пока я не плачу, платят те, кто прописан. Вот. Кстати, ну и не выбрасываю. То есть не сдаю мусор, который потом куда-то все равно где-то будет гнить. Вот. Насчет переработки. Вы смеяться будете, что кто-то Шушинского района будет перерабатывать, там заводы строить. Вот мне надо вот тут кукиш нарисовать. Ладно. Значит, получается, что если человеку попросить, чтобы он заплатил 100 рублей, нет, не так, чтобы он выкопал вот такую яму, потом кто-то это проверит, и плодородие я вам гарантирую. Представляете, что мы выбрасываем? Ну, что-то там будет, там кроме бутылок-то, масса полезных веществ, вся эта, как надо, таблица Менделеева. И вот тот, кто вот это выкопал, решетка для того, чтобы не растаскивали эти собаки, вот, неизбежные. Выкопал, комиссия, и теперь ему платят те деньги, которые для огромных машин, которые уже по деревне ездят. Бензин, все, просто работает в холостую гигантская, еще один запущен гигантский механизм. Помните тот механизм, деревья красить, деревья обстригать, не нужно стрижку. Вот. Ой, там понаворотили. И вот еще одна гигантская афера. Вот. Какое богатство, посмотрите, вот оно из земли прет. Вот. Ведь никто почему-то до сих пор не знает. Это там тысячная часть из земли, вот это вот, а остальное это все. Ой, сколько раз уже повторял. Красота-то какая. Ладно.